знаете, говорит, нет предела совершенства, поэтому хочется, чтобы с каждым разом все было разом, было все лучше и лучше, поэтому возникает замечание. Конечно, они уже в мелочах, потому что очень хороший был проект сделан в целом по саднику. Садик появился с бассейном, великолепное оборудование на кухне, за исключением некоторых мелочей, к которым я и придираюсь. Но я хочу, чтобы строители научились работать вообще вот на пятерку, чтобы вообще ничего не было, никаких замечаний. Чтобы, если пол делается, значит, отмыта была плитка, никаких ущербностей, там, трещин, чтобы ничего этого уже не оставалось. Потому что нам потом этот садик обслуживать и снова выделять средства на его содержание. И поэтому все замечания были направлены только в адрес строителей, особенно наших принимающих, контролирующих органов, которые должны были это следить. Если строителя зажать, он сделает хорошо. Поэтому слабинку давали сами. К своим подчиненным требования предъявляем очень высокие. В целом по детскому садику 220 мест очередной садик. Здесь находилось старое здание. И, конечно, для жителей этого района Новоленина, а мы говорим о том, что именно в районе Новоленина в этом году, не только Новоленина, Ленинский район, в этом году у нас очень много усилий. То есть у нас открывали школы, ремонты капитальные были по трем школам в Ленинском районе. То есть эти три садика в этом районе открыли в этом году. Это, ну, хорошее подспорье, потому что в свое время в этот район очень много переселяли жителей с аварийного фонда, муниципальные служащие по программам получали жилье, очень много молодых семей. Актуально, садик должен быть здесь. Вот, в график уложились, стоимость 129 миллионов по контракту. То есть мы снизили стоимость. Если раньше такой садик стоил примерно 160-170 миллионов, мы ценник выходили, все. И предполагали, что при снижении цены качество пострадает. Сделано достойно, хорошо. Поэтому, оказывается, можно сделать дешево и красиво. Мне нравится садик и больше бассейн. Я бы хотела научиться плавать.